и уже вы какого-то героя не пропустите, будете иметь в виду, что он здесь есть и так далее. Также есть карта загадка. Если вы посещали объекты, сейчас я вам покажу в виде обелисков, то можно попробовать вот такие вот. Можно будет попробовать откопать Грааль по карте. То есть, как только вы на карте увидите какую-то клеточку, где будет нарисован крестик, надо найти на карте это место. И если вы нажмете там «Копать», то в этом случае вы можете выкопать Грааль, который построите в том или ином городе, а у разных городов разные бонусы от этого Грааля. Ну, есть, конечно, бонусы фиксированные, которые у всех одинаковые. Это 5000 золота приносит, на 50% больше прирост в городе ваших юнитов делает, то есть армия у вас больше растет. Ну, а вот следующий бонус, он у всех разный. В этом городе, например, сопряжение, он всю магию дает. В других городах другие бонусы, с которыми мы с вами тоже можем ознакомиться, в принципе, позже.